Так, девочки, чашки сегодня просто какой-то каландайк. Ну, я не знаю. У меня просто уже... У меня дома, серьезно, уже просто некуда. Уже просто нету места. Я просто не знаю, за что хвататься вперед. Так, начнем с этих. Значит, что это за шикарная красота? Блох энд ко. Не знаю, что это такое, но их за $15 здесь 9 предметов. То есть вы представляете? Вот, раз, два, три, четыре. 4 блюдца и вон такая целая куча, там целая куча чашек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Может быть, это только за чашки. Я вам все время говорю, что я все время путаю. Здесь абсолютно непонятно, как здесь, как они считают. Значит, $15 за 9. 9 чашек? Или что? Чашек 9, а блюд здесь 4. Но цена приклеена на блюдцах. Но посмотрите, какие они. Какие же они, боже мой, красивые. Потом вот это стоит, что-то необыкновенной красоты. И там блюдца, $8. А, вон еще тарелочки, они просто все составлены. 9 пар. 9 пар вот таких вот. Посмотрите на эту красоту. $8. Английская. Так, это блюдца. Смотрите. И вот такая вот чашка. Я в прошлый раз здесь набрала. Ой, ну это просто что-то необыкновенное вообще. Вот, кстати, в Америке я не нашла там посуды красивой совсем. А у нас вот такая вот кучак. Вот такие вот чашки. Здесь есть 2. Я думаю, что это немецкие. Germany US Zone. То есть это во время, что ли, оккупации? Или что? Я не знаю. Посмотрите, вот такая вот серая за $10. Вот такая вот. И вот такая вот чашка. И вот такая же черная. С рисунком внутри. Так. И вот такое же блюдце. Вот. Ну вот это вот просто 9 пар. Это просто что-то с чем-то. Боже, они такие красивые. Я просто не могу их покупать, потому что у меня просто нет места дома. Я вам серьезно говорю. Вот таких 9 пар, 9 чашек с блюдцами я просто не поставлю. Так, это что такое за красота? $8. Розина. Английская блюдца. И вот такая вот шикардосная чашка. Так, здесь, там внутри вот что-то стоит. Ой, какая интересная. Смотрите, она... Сделано вот так вот. Royal Staffing China England. Я вам сейчас покажу. Чашка сделана без ручки. Боже, куда мне ее поставить? Я прям не знаю. А блюдце? $10. А блюдце сделано с ручкой. Как прикольно, правда? Только я не знаю, почему они так... Это такой фасон какой-то. Как прикольно вместе это выглядит, посмотрите. Я сначала думала, что ручка отломана и лежит рядом. А здесь отлома нету. То есть это так было сделано, по фасону придумано. Так, там дальше еще что-то красивое. Английская тоже чашка. Это блюдце не от нее, я сейчас найду блюдце. $8, цветочки. Ну, вы знаете, девочки, у меня уже такого много, и я стараюсь покупать
что-то просто очень необычное, чего-то, чего у меня нет. Так, вот такое блюдце за 8 долларов. Наверное, где-то есть чашка, но кто-то ее куда-то переставил. Или что, но я чашки не вижу. Вот такая есть чашка. Не знаю. За 8 долларов за блюдце. Вот там. Плохо видно. Потом там здесь каких-то еще миллион тарелок. Смотрите, за 14 долларов, 15, вернее, 6 штук вот таких вот больших. Английский. Вот такие. Потом вот таких вот 6 штук за 10. Вот такие же. Вот такие мисочки глубокие. Потом там вот еще обычные плоские. И вот здесь вот еще 6 штук. Это прям целый сервиз. Посмотрите, какие шикарные, красивые чашки. О май гад. 6. Ну, кто-то сильно... Значит, 12 долларов за 6 штук. Вот эти вот. Посмотрите, какие они красивые. И какие они недорогие. И какие они тонкие. Но мне кажется, что они не очень. Видите, вот это треснутое, по-моему. Видите, она треснутая здесь. Остальные тоже я не проверяла. Но они очень старенькие. Боже, какие. Тут целый сервиз. Вот смотрите, много тарелок, 6 чашек, 6 блюдец. Ох, какая красота. Смотрите, и вот целая вот куча вот всяких тарелок. Все это очень дешево. Я просто не знаю, я же не могу, девочки, все это купить. Вот, смотрите, какие интересные. Английские тоже. Значит, 8 предметов, 15 долларов. Чашки и вот такие блюдца. Сегодня здесь просто что-то необыкновенное. С чашками у нас вообще в последнее время стало очень много. Так, это все разные. Английские тоже. Такая 8 долларов. И к ней вот такая чашечка. Так. Я сейчас им тут порядок наведу. У них уже места нету. И вот это с розочкой тоже отдельно. Так, здесь тоже какие-то непонятно, то ли они одинаковые, то ли они разные. В общем, короче, девочки, здесь сегодня, конечно, Колондайк. Смотрите, какая маленькая, хорошенькая. Там еще наверху куча всего. Я просто уже не в состоянии все это покупать, потому что реально у меня дома нет места. Английская. И они как-то стали дешевле их продавать. Раньше они все были по 10, но вот это 10. Раньше они все были по 10, сейчас некоторые по 8, некоторые там, в общем, разные цены. Англия. В общем, я в растерянных чувствах. Мне очень много чего нравится, но я просто не в состоянии все купить, потому что у меня дом не резиновый. Как бы я ни хотела. Это что-то японское или... Нет, английское. Какая роза красивая. Смотрите. И к ней блюдца за 10 долларов. Красота. Сегодня, конечно, видите... А вот еще вот эти тарелки. О май гад. Это вот к этим чашкам. Посмотрите. Есть еще 12 штук. 13 долларов, 12 штук вот таких вот маленьких тарелочек. Тоже сервиз. Это кто-то, видимо, принес. Реально почистили свой дом. И вот смотрите. Еще за 12 штук тоже 13 долларов. То есть фактически чуть больше доллара вот за такую тарелку. Так, и вот эти то же самое, 12 штук, чуть больше доллара вот за такую тарелку, такой сервиз. И вот здесь за 9 есть чашек и блюдец за 15 долларов.
все, девочки, я не знаю. Я растерялась, мне все хочется, но я не могу это все купить. Вот это мне тоже очень нравится. Но у меня не резиновый дом. И вот этот, слушайте, красивый такой. А вот тут внизу весь целый огромный большой сервиз. Тарелки, чашки, все это Англия. Я думаю, что вот эти тоже еще где-то есть что-то похожее. У меня такое впечатление, что кто-то очень сильно раздракой. А, вот еще вот такие есть большие. $25 за 12 штук тарелок. А, еще вот тут. То есть это огромный-огромный сервиз за 7 суповые, $13. Это огромный сервиз, который кто-то принес сюда, отдали, распотрошили и отдали. А, вот, по-моему, нет, не знаю, это я не знаю. Так, это что-то современное, толстенькое. Это что-то красивое тоже. Английское. За десятку. Ну, я уже просто, знаете, выпендриваюсь и кручу носом. Это тоже что-то красивое. Английское. Да, сегодня, конечно, здесь за 8. Сегодня здесь, конечно, просто. Вот тоже всякие вот эти вот тарелки, девочки. Они же все какие-то... Нет, это современные. Вот эти, посмотрите, какие интересные. 4 тарелки за $10. Тоже очень старые. Очень необычные. Вон они, видите? Так, ну, в общем, короче, я одну пока в тележку поставила. Остальные мне тоже нравятся, но я же не могу купить все. 9 штук. Это целый сервиз. К нему еще есть тарелки, что угодно. $15 за 9 штук. Это прям реально дешево. Это мы смотрели за 8. Смотрели там. Все, короче, я сейчас выключусь и буду думать, что мне делать. Но я, конечно, все не буду покупать, потому что это невозможно. Очень красивая посуда. У нее очень много. Можно, конечно... Понимаете, проблема в том, что я не могу взять 3 тарелки. Мне надо взять все. Они... Иначе их не продают. В общем, подумайте. Вот, смотрите, что в соседнем ряду. Блюда 7, 9, 13. Вот такие же, как чашки, которые я хапнула. Вот такая вот штучка. За $8. Ну, в общем, здесь можно потом такая вот типа супница, только без... Без крышки, вот такая вот с крышкой за 15. Там еще какое-то блюдо. В общем, огромный, целый, огромный сервиз. Я не удивлюсь, если я здесь еще сейчас найду что-нибудь из этой же серии. В общем, сильно распотрошили сервиз. Очень красивый. Чашки я взяла, в тележку взяла, потому что невозможно оставить. Тончайшие, красивенные, не очень дорогие. Вот такая штуковина, она такая легкая-легкая, стоит $7. Но я не знаю, что с ней делать. Ванна. Ноги мыть. Компот. Для компота. Ну, это типа супница, да, только у нее нет крышки. А вот эта супница как будто бы с крышкой. Тоже $14. Видимо, крышка где-то есть, где-то отнесли в другое место. И вот еще вот такое вот блюдо глубокое, салатница типа. Она где-то есть, эта крышка, просто она где-то валяется, кто-то, я, видимо, рассматривал и куда-то переложил. Вот еще такие же, видите, там были чашки, вот такой же, чашки, тарелки, и вот здесь тоже вот такие же есть. Это просто, видимо, кто-то у кого-то, видите, какие интересные с дырочками, это у кого-то просто вынесли из дома всю старую посуду, которая у человека была. Здесь, конечно, сегодня красота, красота. Но я, девочки, не знаю. У меня нет места дома, я не могу все купить. Реально не могу. Вот хоть ты что говорите мне. И вот эти тоже там были чашки, много. И вот здесь, видите, тоже вот такой вот соусник. И большой, большой соусник с тарелкой.
Ну, в общем, короче, вы поняли, да? Не буду больше распространяться, что кто-то распотрошил чью-то посуду дома. Какая интересная, прикольная, правда? Смотрите, какие. Тоже старенькая, наверное. А вот, смотрите, какие интересные. Так, друзья мои, ну вы видели, сегодня бесподобные чашки, которых я вот эту взяла, вот эти 9 штук я взяла. И вообще было очень много красивой посуды, вы видели, там потом еще остатки этого сервиза и другой сервиз старинный, прям такой старинный. Я взяла эти чашки, но, честно говоря, я не знаю. Мне просто некуда их ставить дома, я вам клянусь уже просто. Поэтому украшений я теперь сильно, видимо, сделаю меньше из того, что я думала. Так, это, по-моему, кора, да. И это я, конечно, возьму. Там я еще взяла, вы видели, я еще взяла то, что за прилавком лежало. Вот это, по-моему, тоже кора, и это я возьму. Вот эту брошь, конечно, под дамаскин я возьму, потому что она шикарная. Вот эти клипсы, они кора, но они такие простые, хотя в них что-то, конечно, есть. Так, это точно. Теперь вот эти, они очень миленькие. Если бы я нашла к ним какие-то бусы, я бы их взяла. Но они без маркировки, ну, всего 2 доллара. Но они такие симпатичные, конечно. Не знаю, я обычно не беру эти наборные клипсы. Но эти уж очень хороши. Еще подумаю. Вот это вот я схватила колье. Оно, конечно, интересное. Прикольное такое, 80-х. Infinity вот эта цепочка. В прекрасном состоянии. Сколько оно стоит? 5 долларов. Оно красиво будет смотреться на шее, наверное, если не будет выворачиваться. Ну, тоже не знаю, подумаю. Так, потом я нашла вот такую цепь Мане. Тоже без вас было. Здесь есть маркировка, она стоит 6 долларов. Ну, цепь это всегда хорошая вещь. Она есть немножко позеленевшая, это можно почистить. Но это такой замочек Мане специфический. Здесь есть маркировка. Так. Вот эти какие-то бусы смешные нашла, но я их отнесу назад, такие с лепешки. Почему-то мне понравилось их. Здесь есть какая-то маркировка, я не знаю, что это такое, но... Эй, мне же кто-то писал, что это такое, но я не буду, наверное, потому что они, ну, такие. Так, вот эти вот, вот это я не знаю. Интересная брошь, но я не знаю, подумаю. Серьги с натуральным камнем. Они, вы знаете, немножко разные, правда? Ну, камень, потому что натуральный. Здесь маркировок никаких нет. Как они стоят? 4 доллара. Не знаю. Вот эти бусы прикольные. Мне они понравились. Здесь интересная застежка. Скорее всего, винтажная. Ну, не знаю. 4 бакса. Посмотрите. Они такие интересные, классные, правда? Не знаю. Так, эти, наверное, я тоже не знаю, за 3 доллара. Красивая вот эта вот, у них, конечно, держатель. И красивые бусины. Не знаю. Все не знаю. Так, эти оставлю. У них нет маркировки. Скорее всего, они современные. Хотя, может быть, и нет. Такой старый металл. Давайте я их открою. Посмотрим хорошо на них. Маркировок нет. Скорее всего, что они, конечно, винтажные. 3 доллара. Вот так вот 3 доллара здесь, 3 доллара там. Собирается куча денег. Так, эти. Не знаю, девочки. Они тоже старенькие. Красивая обратная сторона. 2 бакса. Вот она вторая. Простые такие, но прикольные. Вот эти тоже прикольные, кстати. Ну, не знаю, посмотрим. Вот эта брошь интересная. А здесь много клея в ней. И много клея. 5 долларов, маркировок нету что-то. Конечно, она винтажная. Не удивлюсь, если я когда сниму этикетку, я найду какую-нибудь маркировку. Вот это хорошенькая, вот это очень приятная брошечка. Это такая, она больше рождественская. Вроде все
все кристаллы на месте. Сколько она стоит? 4 бакса. Маркировок нету. Вот это вот стрекоза. Первое, что я взяла в руки. И она... Тоже может быть винтажная, фиг его знает. Вот это колье тоже хорошее. Тоже 100% винтажное. Так, все, мне уже некогда, мне уже надо бежать. У меня столько дел сегодня, я тут залипла. Не знаю, может вообще оставлю эти чашки нафиг, потому что не знаю. Невозможно все купить. Невозможно. Ну, в общем, расскажу вам, чем все кончилось. Всех люблю, целую. Очень рада, что вы были со мной. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.